Заболеваемость зарегистрирована в 13 административных территориях, но преимущественно в Оренбурге. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора считают, что одной из причин возникновения очагов серозного менингита в садах и лагере явился занос инфекции больными с так называемой неспецифичной клинической картиной заболевания. А распространению инфекции способствовали отсутствие настороженности персонала и несвоевременная изоляция больных с признаками серозного менингита. Особенность сезона интровирусных инфекций этого года – большой удельный вес. Именно до 71% заболеваемости, которую мы регистрируем, являются именно интравирусный серозный менингит. Это как одна из разновидностей интравируса. Вообще интравирусная инфекция регистрируется нами в этом году с начала июня. Сейчас введены дополнительные противоэпидемические меры, включающие дезинфекцию во всех дошкольных учреждениях, корректировку меню, запрет на купание в бассейнах, ограничение культурно-массовых мероприятий и введение утреннего фильтра. А также запрещено купание детей в открытых водоемах без согласования с управлением.